Здравствуйте! Вы на канале «Солнечный дворик». И с вами я, Елена Бородина. Вот показываю результат нашей вчерашней поездки. Вот каких чудных цыплят мы привезли. Вот они у нас. Вот какие. И это точно мои арборы. Из того же яйца, что и мои двухнедельные. Вот видите, им неделька. У них крылышко еще не наполовинку, только перышками покрытое. Вот они. Вот какие чудные мои цыплятки. Мои любимые Арбор Айтрис. Из башкирского бройлера. У нас есть инкубаторы большие, стоят участников поселки Узюково. Вот мы там и брали. И яйцо я у них беру, когда они едут с фабрики. Мы с ними встречаемся на заправке. И я забираю у них яйцо, которое потом сама инкубирую. Вот они у меня в кольце в таком сидят. Это у нас котельная здесь. Вот видите, лампочку мы им повесили. И здесь в котельной 28. О, надо открывать дверь опять. 26-27 держу. Вот. А вот тут рядом, в клеточке, сидят мои двухнедельные арборы. Ну-ка, станьте-ка, красавцы. Давайте-ка я вас тоже сниму. Вот разница неделя. Смотрите, какие они кони будут через неделю те. Видите, какие здоровые. А тех я отдавала двухнедельных. Снимала. Видели, какие маленькие? И вот эти красавцы. Мои чудные кони. Вот какие мы хорошие. Вон, видите, какие. Ну, чудо. Тьфу-тьфу-тьфу на вас. Это я вам снимаю коротенький ролик, результат моей поездки. Вот, видите, какие мы. Вот, они у меня в две недели уже по 650 грамм весят. Вот, вот так вот. Скоро дней через 5, через 4 здесь не будут помещаться. У меня еще одна клетка стоит за стеной. Пойдут они у меня в сетку, в курятник. Вот. Здесь у меня сидит. Сколько их тут? 25 штучек. Вот здесь вот сидят. Вот поилочек непельных они пьют. Но такие чудесные эти поилки. А которые одиночные, просто которые ввинчиваются в трубу. Маленькие цыплятки даже их не оселяют. Вот тех, которых я привозила. Они не оселяли. Ну, те вообще не знаю. Я вам рассказывала про них. Вот, вот в таких кормушечках у нас корм. Очень удобненько. Сейчас я вам малыши мои добавлю. Вот. Ну, вот в эту сетку один все прыгал. Вот аж накакал тут на полу у нас. Пришлось его в ту сетку посадить, там чуть помельче. Вот из баночки они у меня пьют. А чего вы сюда опилки насували мне? Вот, сидят они на крупной стружечке. И так как я их привезла из другого хозяйства, я их пропаиваю в фракции 2АСД. Я вам про нее уже рассказывала. Вот, раз привезла, у них все поменялось. Вся атмосфера, как говорится, в нашей пыли другие бактерии. Мы пропаиваем фракции АСД. Два дня они сидят только на этой фракции. Я развожу ее в размере 2 миллилитра на литр воды. Вот 6 миллилитров развожу вот в этой 3-литровой баночке. Вот они уже вторую пьют. За ночь они выпили, вот день заканчивается, вторую пьют.
Там они сидели на сетке, в никельных поилках пили. Сначала не могли вообще понять, как здесь пить. Вот они мои хорошие, веселенькие. Тьфу на вас. Ну, это все. Это я просто коротенький видик вам сняла. Как отчет за вчерашнюю поездку. Вы были со мной, с Еленой Бородиной, на канале «Солнечный дворик». Пока-пока. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь. Я буду очень рада и отвечу взаимностью.